это хорошо проведенное время. Я научилась правильно держать осанку. Я стала уверенной в себе и творческой личностью. Ну, это для меня, во-первых, хорошая осанка, красивые позы, ну и участие в разных конкурсах. Я научилась позировать, правильно ходить на каблуках и также учусь давать интервью. Возможность показать себя, сделать себе какую-то карьеру в стиле моделинга. Модель – это не только красивая осанка, умение позировать, но это также коммуникабельность. Умение общаться с людьми, и всему этому нас уже научили в Style Models. Мы учимся очень грациозно ходить, как нужно ходить девушке. Благодаря учебе в этом заведении я получила титул старшая мини-мисс Крапивницкий 2018. Хотела бы стать дизайнером, а для любого дизайнера важно это стиль, который мы здесь преподают. В будущем я хочу стать графическим дизайнером в сфере иллюстрации или же фотографом. Я хочу стать парикмахером, визажистом и мастером по маникюру, возможно. В будущем я хочу стать известной моделью на весь мир, фотографироваться. В будущем я хочу иметь свой ресторан. И поэтому сейчас я к этому активно стремлюсь. Я хочу стать дизайнером, модельером, так как мне безумно нравится создавать какие-то костюмы. Я хочу стать моделью, чтобы покорять мир. Hallo, ich heiße Lehrer, ich bin 12 Jahre alt. Я ходила на дзюдо и била людей кулаками, особенно своего друга. Я хотела бы быть морской свинкой, бело-рыжей. Я не умею разговаривать, потому что вот так получилось, так совпало. Я хочу вам признаться, я слушаю Киркорова. Я обещаю, что повышу пенсии уже в этом году. Геометрия Форер. Я учусь в классе с большими понтами по поводу английского языка и не только. I say hello to Donald Trump. Ну, и так обо мне уже все. Пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм. Я желаю всем вам чего-то хорошего. Ладно, я люблю своих пирожков, пока.